Вообще... Дебил, я маму возьму с карточку с папой и пойду сниму день. Вот это вот карточка лежит вон там, на шифонере. Да 150 тысяч, дебил! Смотри, видишь Сбербанк? Да я вижу Сбербанк. Нет, 150 тысяч. Зачем ты это делаешь? Сейчас не... карточку, мою карточку сон увидишь. Опа, видишь, смотри, снять наличные. Так, 50 тысяч, смотри. А ты, ну да, ты что, с ума сошел? Можно, да ты разводишь. Ты сейчас не с ним. Зачем? Выдать. Да погоди, сейчас, пожалуйста, подождите. Смотри. Да ты разводишь, сейчас ошибку выдаст. Смотри, смотри. Опачки. Охренеть! Ты, ты дурак! Видишь деньги. Да, здесь реально 150к, ты дурак! Да. Я все задоначу на Майнкрафт, все. Сейчас чек заберу, подожди. Все, я задоначу все деньги на Майнкрафт, все, давай. Что? Егор, а что это за деньги лежат на столе? Мам, да это я снял. Откуда снял? Меня забрали до админку, я хочу сдать для сервера. Какой донат, какой сервер? Нормальные какие-то игры, ты дебильный, вообще уже с ума сошел. Дружище, если ты сейчас смотришь прямо на меня и хочешь так же, как я, снимать ролики Айти Гриффин Шоу и выкладывать их на свой канал YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Сержукрафт. Ты сможешь кикать, банить, сетать, пользоваться топориком, влезать в регионы гриферов, сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба, менять себе абсолютно любой префикс, как это сделал, например, я. Ты даже сможешь вычислять IP гриферы и снимать их в реальной жизни, у тебя будет практически опка. Я лично создал привилегию владельца сервера для того, чтобы вы смогли снимать ролики Анти-Грифер Шоу. Всю предыдущую неделю привилегия стоила 6000 рублей, на нее не было скидки, и игроки меня просто чуть не убили за это. Поэтому сегодня, ребята, я сделал скидку 97%, и привилегия стоит 500 рублей, поэтому заходи на сервер, не упускай свою возможность и снимай ролики Анти-Гриффин Шоу. Все ссылочки будут в описании ролика. Срочно, срочно. Короче, игроки жалуются. Я прилетаю на сервер. Смотрите, смотрите, тут уже кипиш. Тут уже все поломали. Какой-то грифер. Пока не могу понять, кто этот грифер. Посмотрите, посмотрите, тут такая ловушка. Вот, вон, вон, люди летят и умирают. Люди летят и умирают. Он, короче, зазывает людей сюда на варп-грифер. Вырезает это стекло, вырезает, и люди, короче, резко падают вниз и, соответственно, погибают. Я пока не могу понять, кто это делает. Я хочу вычислить его, кто это делает. Какой-то это должен быть ник. Вроде тут мне писали в чат. Мне вроде писали в чат. Он пишет через БЦ, он зазывает людей. Короче, смотрите, люди многие просто падают. Вот, смотрите, тут такая ловушка. Вот, вот, смотрите, здесь воронки такие стоят. Воронки такие стоят. Вот, и здесь в вещах... О, меч уже какой-то, короче, кто-то погиб, там все такое, все дела. О, он походу... Он еще раз походу вырезал, что ли? Смотрите, много людей попадало. Но суть в том, что эти многие люди, короче, сюда админы прилетели. Они в режиме гейм-мода, и поэтому они не умирают, они просто висят в воздухе. Так, короче, надо нам как-то его вычислить, а пока не могу... Я не могу понять, кто это делает. Кто-то это делает, кто-то здесь вроде может нам смотреть, кто летает с топориком, потому что это трудно понять, кто это делает. Потому что здесь, короче, в бродкаст владелец сервера писал, типа, все на варп-грифер. Смотрите, вот, то есть, короче, всегда по стандарту они пишут варп-грифер. Вот, я пишу варп-грифер, я здесь нахожусь, видите? Сейчас попробуем вычислить его. Вот, смотрите, вот! Вот он летает, видите, даже у него топорик. Только у него почему-то алмазный топорик, короче. Егор Майн, вот, Егор Майн его ник, точно, вот. Писали в чат Егор Майн ник. Вот, смотрите, у него префикс прям по-русски он себе сделал префикс консоль. То есть мы знаем, да, то, что если владелец сервера, вот, владелец сервера может менять себе абсолютно любой префикс, есть такая фигня. И он, естественно, себе его меняет. Так, ну он, походу, видимо, ждет, не знаю, что он делает. Ну, короче, он там кучу людей поубивал уже. Сейчас мы будем, короче, с ним связываться, чтобы вывести его скайп и пойти с ним в скайп. Если он со мной свяжется, будет здорово. Сейчас будем писать. У меня аж даже сейчас отлагал, что-то лагануло. Кстати, я сейчас опка, поэтому у меня статус пропал. У меня, видите, у меня статуса нет. Если я что-то напишу, у меня вообще ничего нет, видите, я типа опка. Но, видите, он что сделал, видите, он вырезал пол. Вот еще, он вырезал еще раз пол. Смотрите, люди, короче, владельцы сервера, там, кто может, помогает. Да, кто, видите, кто может, он прям помогает. Короче, воронки здесь все убрали, потому что, чтобы ему не позволять, короче, вот это творить. О, здесь у нас лава протекает, смотрите. Здесь, короче... Короче, здесь вообще полная жопа творится. Он вырезал, и куча людей сейчас поубивала. Быстрее, в скором порядке, надо с ним связываться. Прям вот сейчас я подлечу сюда. Давайте, я не знаю, чтобы здесь...
Чё ещё за херня летела? Давайте быстрее, чтобы люди сейчас не падали, попробуем вот так вот сделать топориком, потому что очень обидно, если сейчас сюда будут телепортироваться на варп и умирать. Вот так вот, давайте сделаем сет хотя бы 5. Могу сделать? Да, могу сделать. Смотрите, так, забыл. Егор Майн? Кто-то ночь сделал. Походу, это он сейчас и сделал. Он на сервере издевается, так как он владеет сервером, он теперь будет делать ночь, день, да, ночь, день. Круто сетаешь. Давайте напишем. Прям сразу. Го вместе. Вот так напишем. Круто сетаешь, го вместе. Будем вот так вот писать. Ну, часто они ведутся все эти... Вон, Егор Майн Гриф люди пишут. То есть люди уже просекли то, что он грифер. Кстати, кто заметил, да, мой ник дружбан твой. Жду, жду, пока человек ответит. И смотрите, и он наконец ответил. И чтобы не томить вас временем, он написал... Так, Так. Мой скайп Егор Майн 22, звони мне. Он сразу написал скайп, я тут, чтобы вас не заставлять ждать, он написал. Вот, дорогие друзья, звоним сейчас, звоним, вы сами слышали. Почему-то не идут гудки. Не идут гудки. Так, давайте еще раз, скажи еще раз свой скайп. Что-то не идут гудки, друзья. Может, он что-то не так ошибся, или он решил меня обмануть. Так, давайте сбросим здесь скайп, что... Вот, смотрите. О, видите, само сбросилось, даже я ничего не нажимал. Гудки не идут, либо он меня разводит, короче. Егор Майн 22, да, и там такой же был. Так. Сейчас, жди. Да, показывает в сети. Вот, набираем. О, вот гудки, вот сейчас гудки пошли, даже при вас. Алло. Алло. Да. Привет. Привет. Егор Майн 22, да? Да. Привет. Я тут просто играю, смотрю, ты вот это, классно тут сетаешь, короче. Ты же сетнул, да, вот ловушку построил? Да. Мне очень понравилось, как ты это сделал. А что за идея, где ты ее взял? Сам придумал. Ты, у меня ник видел какой? Дружбан твой. Дружбан. Я, короче, тоже люблю гриферить людей, там, вся, и банить их, там, кикать, что угодно с ними делать, короче. Но мне твоя идея просто понравилась, я так же хочу. Ну, давай еще раз так загрифим. Еще раз так можешь сделать? Давай, ты, да. Подожди, поставь сюда, как ты делал. Давай, я тебе помогу, так, типа, сделаю. Ты же через бродкаст писал, людей зазывал. Вот, смотри, ты что, опять недавно писал? Люди опять приходят. Сейчас они придут, и все, я всех нахуй загриферю. Вот, ты опять это сделал? Да. Красава. Слушай, а тебе не жалко? Люди же добывают, там живут. Как? Нет. Вообще не жалко? Mm-mm. Тут просто очень много людей погибло здесь внизу вообще. Нет, ничего не жалко? Нормально все, охуительно. Стой, смотри, ты еще для этого... для полноты картины встань сам сюда, посередине, чтобы тебе люди верили. А то ты летишь, типа, люди не понимают. Встань сам сюда вот так. Да ты дебил, ебаный, какой нахуй, мне все верят и так. Ты мне сказал? Да. А вон ты пишешь, все на варп грифер ломают дома. Да. Смотри. Так, Егор Майн, да, Никс? Ты встань, да. встань, где стоял. Ну. Стоишь? Да. Ну ты пишешь, главное, в чат? Да. Через борт, молодец. Или как там? Сейчас. Просто мне бабушка говорила, что если я буду хорошо учиться, то я выживу. Вот, да смотри, все, ты можешь лететь сейчас? Лететь можешь? Нет. А что ты не можешь лететь? Не знаю, почему я не могу лететь? Ты должен лететь был сейчас. В смысле? А почему я не могу? Ну, потому что это ты прикалываешься надо мной. Да дебил, не могу стой, лететь. Да стой, ты ровно, стой. Блин, что за херня? Ты видел, как кто-то над нами издевается? Что это за херня? Прикинь, почему я не могу лететь? Прикинь, я сейчас упал. Ты видел? Я упал сейчас. Почему я лететь не могу? Не знаю, ты почему ты лететь не можешь. Пропиши ГМ1. Если я пишу, не... Ну так пиши. Мне прикинь, сейчас кто-то из-за кого-то... Я упал, короче, меня кто-то стукнул. И я потому упал. Ты дебил. Чего? Ты дебил, потому что... Почему, дурак, что ли? Ебать, один... Ты куда пропал, алло? Ты меня кинул, что ли? Куда ты делся? По делам отошел. Почему написано игрок какой-то консоль, кикает Егор Майн? Почему тебя кикнули? Тебя же нельзя кикнуть. Я не знаю, почему. Ты же владелец сервера, почему тебя кикнули-то, алло? Я не знаю.
Так узнай. Заходи, ты где, алё? Захожу. Я тебя жду, тут игроки собрались, давай, они же... Пошли, сейчас приду. Они уже это, ждут здесь давно, чтобы ты их сетнул, короче. О, вот ты. Сейчас, 5 секунд. Вот всё, ты, вот. Всё, пришёл. Всё. Ну чё, давай сейчас продолжим. Стой, да, давай. Стой на месте, чтобы я тебя видел, а то ты просто летаешь, не пойму как, куда. Я каждый раз... Я тебе, блядь, в воде стою, смотри, летаю возле, вокруг этой... Ты чё за херня? Чё ты сейчас пропал куда? Ты сдох? Да. А как ты сдох? Алё. Да я откуда знаю, как я сдох? А чё ты сдох-то? Я не знаю. Стой, тебя... Подожди, стой, где стоишь. У тебя баг. Всё, вернулся нахуй. Куда ты вернулся? Да чё за херня? Да ты опять, хорош умирать, чё ты делаешь-то? Чё это за херня, почему я умираю? А чё ты умираешь-то? Мы с тобой будем... Я не знаю. Мы будем снимать... мы будем с тобой сетать, будем с тобой или нет? Сетать. Да будем сетать, сейчас подожди, у меня тут где-то умирает, я убивает кто-то. А чё с тобой тогда, чё происходит? Не знаю. Достал ты, я с тобой вроде снимаю, сетую, а ты это самое, чё ты делаешь-то? Да как я не могу, говорю, меня кто-то убивает. О, слушай, короче... Давай вместе, смотри, ты сейчас достраиваешь, короче, а я... Я сетну, ты готов? Да хуй, давай сам строй, я буду сетать. Да я уже строил здесь, я тебе помогал, ты издеваешься? Да строй еще. Так, подожди. Я тебя телепортнул, чтобы тебе удобнее было. Ну? Сейчас. У тебя же гейммод есть, да? То есть ты, по идее, как бы можешь летать. Да. Вот. Ну так полетели. Да что за херня, почему я не могу опять? Чё ты не летаешь-то? Полетели! Да не знаю. Пошли достраивать! Да кого я не могу летать, ты придурок! Ну пропиши ГМ-1! Пиши ГМ-1! Ты админку забрал, крыса! Кто забрал админку? Как ты можешь? И никто здесь не забирает админку. Да ты забрал админку! Нельзя админку забрать, ты угораешь, что ли? Да ты читер! Каким образом? Чит не может админку забрать, ты хоть убейся. Стой, а подожди! Я не могу летать! Стой, подожди, пошли на спаун пошли! Я спаун прописал, пропиши спаун! Сейчас. Стой, ну. Иди в тюрьму. Тюрьму знаешь, где здесь? Иди, вот, тюрьма сзади. Сзади тюрьма, я тебя не вижу, я здесь стою. Иду. Блин, я подлетел, извини. Ты... Я не блядь. Вижу, чтоб ты шел. Иди сюда, вон, я стою. Вот, Егор Майн, повернись, вот. Куда подожди. Ты? У тебя лагает, что ли? Да. Ну давай, я тебя жду быстрее, чего у тебя лагает? Эй. Давай, заходи. Да подожди, говорю, блядь, дай подожди, нахуй, загружайте. Да я жду, я реально жду уже. Я просто тут в тюрьме, короче, консьерж есть, тут сидит администрация. Она часто решает проблемы, если у кого-то что-то... Что за херня опять? Да давай, ты где? Сука. Я тебя реально жду, ты как заходишь сразу на спауне, появляешься, иди назад. Тут тюрьма, большими буквами написано тюрьма. Тут еще ошибка. Да что за херня? Давай, жду тебя, давай. Подожди ты, ебаный урод, нахуй. Да сука! Там еще ошибка, вон, тюрьма без мягкого знака. Да какая нахуй тюрьма, блядь, у меня вылетает, придурок. Че у тебя вылетает? Давай, иди сюда. Давай я тебя телепортну, давай, ты зайди просто, я тебя хотя бы к себе телепортирую. Сейчас, блядь. Чтоб тебе удобнее было. Зашел? Да. Ты врешь? Да кого вру, блядь? Во, смотри, вот я, вот. Иди сюда, вот, иди ко мне, подойди. Да что за хуйня? Иди сюда! Да не могу, я говорю, ты дебил! Да ты логин пишешь или нет вообще? Ты кто? Ты владелец сервера, себе префикс сделал, консоль это все знаешь, а другой не можешь сделать? Дебил, говорю, блядь, вылетает, придурок! Давай, вот, все, отлагало, все, иди сюда, иди ко мне, иди, стой на месте, стой. Видишь команду, видишь? Джейл, не Грифер. Смотри, я сейчас пропишу, администрация, короче, эта команда доступна только владельцам сервера, видишь? Ну. Ты же владелец сервера, правильно? Подожди, Джайл, Егор Майн, Грифер, смотри, ой, я прописал, короче, ты теперь отправлен в резерв для всех владельцев. Как так, это какой резерв? Ну это резерв, короче, когда у людей проблемы становятся с жизнью, их сюда отправляют, а потом администратор решает за них все проблемы. Что за проблемы, ты долбоёб? Ну смотри, ты веришь мне? Отвечаю, сейчас прилетят сюда все люди и все будут тебе помогать. Смотри, тут сразу автоматически идут сообщения в консоль. Какие сообщения? Ты меня в тюрьму посадил, придурок! Иди сажал тебя в тюрьму! Это тюрьма! Выпусти, придурок! Да тут администрация решает проблемы сразу, все...
Блин, говорю, я немного в тюрьме сижу, дебил. Да, тут в этом-то и суть, типа, это не тюрьма, а комната, смотри, люди... Смотри, сразу видишь, смотри, написано в чате, все на Warp Jail, тут Грифер и Егор. Тут Егор Майн Грифер. Извини, просто тут птичка пролетела, короче, накакала мне на голову, я поэтому засмеялся. Ты долбоёб, говорю, блядь, ты посетал. Смотри, вот Егор Майн, тут Егор Майн, видишь, сейчас тебе, ты можешь из тюрьмы выйти? Ты же владелец сервера. Ты же владелец сервера, почему ты не можешь... Я сказал, что ты пидор, выпусти, я забил, отдай мне админку. Да, я не забирал админку. Почему? Нет, я не вру, правда. Правда. Ну смотри, забрал, ты админку забрал, ебаный ты, ну, уебищ, ну, видишь, ты видишь, все сюда люди телепортируются, короче, чтобы тебе помочь, видишь? Опять сообщения в чат пошли. Ты долбоеб, давай выпускай меня, я их всех размотаю. Я тебя с радостью выпущу, если что-нибудь ты, это, если, что, как, поэтому ты сделаешь и все, а, я тебя выпущу. Понял? Что ты, блядь, сказал, пидор? Я сказал то, что я тебя сейчас выпущу. Слушай, а знаешь, кто тебя в тюрьму посадил? Я понял. Кто? Это я. Нахуя? Ты дружбан твой, ник знакомый? Ну? Нет? А Сержу ник знаешь? Ну, бля, да. Ну я Сержу. Ты охуел? Смотри, люди пишут. Пидор, сами вы лохи, уебище конченые. Подожди, не ругайся, нельзя, не надо. Смотри, ты же можешь сейчас прописать гейм 1, там, хом? Нихуя я не могу, пидор. Ну смотри, ну, суть в том, что я у тебя забрал владелец сервера, который ты купил. По скидке ты купил или нет? Нет, нахуй. Она 6000 просто стоит. Да, блядь. Скидка просто сегодня, вот именно сегодня скидка, так она стоит 6000. Ты что, 6000 отдал все-таки? Тебе не повезло? Да, ебать. Тебе не повезло, то есть она по скидке, ты мог по скидке за 500 ее взять, то есть ты 6000. Пидор, ты ебаный сервер, нихуя хуйню все создал, блядь. Ну смотри, короче, я тебя, не могу, не смешно, я тебя посадил в тюрьму, я тебя отобрал привилегию, я сейчас сброшу скайп, и мне плевать, что ты будешь делать дальше, больше не появляйся, пожалуйста, на мой сервер. Нет, ты можешь здесь появляться, но ты в тюрьме посажен на 3 года, что ли. Да мне похуй, нахуй, пойду за деньги, сниму и куплю себе это, владельца, блядь, 5 нахуй владельцев. Какие деньги ты снимешь? Куда? Обычные деньги у родителей, с карточки. Зачем? Чтобы купить владельца, я 50 тысяч сниму и пойду, блядь, покупать владельца. Сколько снимешь? Да 150 тысяч, дебил! Ты же сказал... А, не 50, 150! 150! 150 тысяч? Да, блядь! Зачем? Че сказал? Зачем ты меня разводишь? Дебил, я маму возьму карточку с папой и пойду сниму деньги. Они тебе не разрешают. Их нету дома, блядь, они карточка лежит, нахуй. Ты меня разводишь. Да кого ты, долбоеб, карточка лежит вон там, на шифонере, блядь. Ну, а зачем тебе не жалко, это деньги родителей. И чё ты мне разводишь? Какой 150 тысяч? Ты пойдешь сниму. Я куплю себе владельца, уёбище. Ты два владельца, 3, нахуй, сколько я захочу. Ну я тебя буду банить, чё ты меня разводишь? Во-первых, ты меня разводишь. Банишь, да у тебя нет 150 тысяч, у твоих родителей. Ну, у тебя твоих родителей есть, но ты не будешь их снимать, потому что это деньги твоих родителей. Да, давай тогда по вебке позвоню тебе и нахуй покажу тебе, пидор. Да чё ты меня разводишь, по какой вебке ты мне позвонишь? Давай по вебке позвоню. Я тебе, короче, не верю. Давай по вебке позвоню, короче, давай. Да делай, что хочешь, алё. Делай, я тебе не верю. Что нахуй по выпуске возьмите, давай. Я тебе не верю. Он скайп сбросил. Он сбросил скайп. Короче, дорогие друзья, ролик отснят. Я не думаю, у меня были случаи, когда мне действительно перезванивали. Но я не думаю, что человек снимет 150 тысяч рублей, возьмет деньги у родителей. Вот так вот карточку, вот так вот и снимет деньги, и типа, ну, вранье, короче. Поэтому, дорогие друзья, Грифер посажен, если что-то будет, если ничего не будет. Короче, смотрите, спасибо всем за внимание, заходите на сервер SijuCraft, здесь мы раздаем бесплатные админки, и пишите фри, короче, получаете бесплатный донат, вот так вот получаете, либо за убийство, либо за время. Смотрите, можно получить основателя сервера. Короче, всем спасибо за просмотр ролика, а этого неудачника я как бы... Я все выполнил свою функцию, все, он посажен, все, вон, он посажен, пусть сидит дальше, все. Всем пока, друзья, всем пока! Смотрите, я, короче, тут уже играл, уже прошло, наверное, минут 30, уже вот, мне сейчас звонит он, вот уже люди прибавились на сервере. А, мышка моя, отпусти меня! Короче, берем трубку.
Смотри, вебку включи, смотри, быстрее, смотри. Чё ты орёшь-то? Смотришь? Куда смотреть? Да, я говорю, вебку включи, смотри, быстрее. Вебку? А, ты смотришь? По скайпу, вебку? Да, стой, смотришь. 5 сек, не, подожди, сейчас 5 сек, сейчас, я не смотрю, погоди. Смотри, видишь Сбербанк? Да я вижу Сбербанк. Я сейчас пойду снимать деньги, короче. Ты реально пошел в Сбербанк? Да. Зачем ты это делаешь? Деньги снимать я задоначу все. Ты меня разводишь или что? Да нет. Тебе не лень вообще снимать, идти было в банк? Да не лень, посмотри, вот видишь, люди даже идут. Я вижу. Сейчас зайду и сниму деньги, и задоначу все деньги, все 150 тысяч. Да люди. Да, видишь, ты. Зачем? Зачем ты это делаешь? Сейчас снимай, смотри. Погоди. Смотри. А ты меня разводишь. Ты сейчас, сейчас карточку, мою карточку сон увидишь. Но это же не твоя карта, зачем ты это делаешь? И что это моя родительская карточка? Мне можно снимать, все у меня есть. Я пароль даже знаю. А люди на тебя косы не смотрят? Зачем ты сейчас снимаешь? Нет, я аккуратно все делаю, смотри. Зачем? Ладно, ты... сейчас пароль бьют, но только чтобы ты не видел. Зачем ты людей снимаешь? Не надо. Все, смотри. Опа, видишь, смотри, снять наличные. Я вижу. Да нет. Но... Смотри. Так. Да ты меня разводишь, у тебя нет? Да нет, а то нет такой суммы, так, другая сумма. Погоди. Да и 150 тысяч. Так. 50 тысяч. Смотри. Да ты. Ну да, ты что, с ума сошел? Вот, да ты разводишь. У тебя. Нет, да нет. Да ты еще не с ним. Зачем? Да погоди. Это чек. Зачем ты вы. Дурак? Пожалуйста, подождите. Смотри. Да ты меня. Смотри. Да ты разводишь, сейчас ошибку выдаст. Да кого развожу, смотри. Да ты не можешь, да не может такого быть. Может, смотри. Смотри, видишь, люди, все. Нахрена, да нахрена ты их снимаешь? Я говорю, будь смотри, гран, да ошибка, тебе карту. Карточку заберу, смотри, видишь. Да тебе карту дают, тебе нету. Смотри, карту заберу, смотри, сейчас деньги, смотри. Опачки. Охренеть! Ты, ты дурак! Нет, здесь, смотри, здесь реально. Я задоначу, видишь деньги? Да, здесь реально 150к, ты дурак! Да, я все задоначу на Майнкрафт, все. Ты что сделал? Буду деньги снимать, все. Это не твои деньги. И что? Это не твои деньги. Сейчас чек заберу, подожди. Это не твои деньги. Ты... И что? Я задоначу все деньги на Майнкрафт. Все, давай. Что ты? Все, я хожу, давай, домой пошел, все задоначу. Охренеть! Вы видели? Он реально он снял 150к, но я понимаю, что это не его деньги. Это не его деньги, он снял 150к. Я сейчас в шоке. Музыка где? Я в шоке, я в шоке! Школьник пошел, снял 150к, я в шоке, я не знаю, что будет дальше. Не знаю, он мне будет звонить, наверное, или что? Что будет дальше? Ладно, ладно, друзья, ладно. Да, вот он, дорогие друзья, звонит мне Егор Майн. Он не ушел с сервера, и он сейчас мне звонит. Я в шоке вообще. Алло. Да, алло. Я тебе говорил, что я сниму деньги. Да, я в шоке, я тебе не верю. Ну сейчас, короче, я буду донатить на сервер. Не надо донатить. Я буду донатить на сервер. Сейчас куплю пак и все, дофига себе этих. Да я реально, я сейчас из-за тебя скидку беру и привилегии сделаешь, а с 6 тысяч. Выбирай, что я все равно накуплю себе дофига на 150 тысяч. Да ты дурак, это не твои деньги, ты понимаешь? И что, что не мои деньги? Я сейчас буду скидку ради тебя убирать, и ты не получишь. Да я убираю, не пофига, я все равно 150 тысяч куплю. Да это не твои деньги. И что? Да как что? Егор, а что да. Это за деньги лежат на столе? Мам, да это я снял. Откуда снял? С карточки. С какой карточки? Ну с вашей, с папой. Ты нормальный? Ты в себе? Мам, да я хочу на сервер задонатить. Какие серверы? Ты что, мы деньги эти собираем? Ты ненормальный, что ли? Совсем уже? Да меня забрали до админку, я хочу сдать для сервер. Совсем уже ненормальный с этими серверами? Чукатуешь, что ли? Что за игры? Ум есть вообще? Да я хочу задонатить на сервер. Какой донат? Какой сервер? Так, давай, вставай, собирайся, пойдем деньги ложить назад. Пока отец не пришел с работы. Да нет, мам! Вставай, я тебе говорю, пошли. А как я буду играть? Да никак не будешь играть. Ну, мама! Ты нормальные какие-то игры, ты дебильный вообще уже, с ума сошел. Вставай, давай, пошли. Куда пошли? Деньги ложить, пока отец не пришел, на карточку. Да ну, мам! Че, мам? Я в шоке, друзья, я просто в шоке того, что сейчас происходит. Вставай, давай, пошли. Так, все, я выключаю компьютер, все, давай. Да ну нет! Все, все. Да мама! Я в шоке. Все, они не в сети. Они не в сети. Я в шоке. Что мне сказать? Ну, что мне сказать?
мама его спалила с этой суммой, а он даже при маме дома это все делает. Что мне сказать? Я просто... Я сейчас... Я тогда не буду убирать скидку сегодня, потому что он не будет покупать тогда. Я просто я хотел из-за него убрать скидку, потому что скидка-то на один день. Хотел сделать сразу 6 тысяч, вернуть эту цену, чтобы он не... Но просто мне жалко деньги мамы, но так как они вернут эти деньги... Короче, я в шоке, ставьте лайки. Я сейчас должен все это обдумать, и вы вместе со мной думайте, пишите в комментариях, что вы думаете. Поддержите меня, ролик получился большой, длинный, я не знаю, это бред какой. В общем, друзья, если вы хороший игрок, обычный, человеческий друг, заходите на сервер, пишите команду free в чат и получайте випку за 180 минут несчастных, админку или основатель. Основатель идет, ребята, до владельца. Он также может банить, кикать, мутить, килить. Да он до хера что может, ребята, поэтому просто пишите фри, просто вы можете даже стать вот так вот АФК и уйти там в другую игру, и это тоже часы будут идти, и вы также будете получать админку бесплатно. Я часто играю сам на сервере, летаю, сами как вы видите, сколько времени здесь сегодня провел. В общем, заходите, друзья, очень приятно всех будет вас повидать. Это мой ник Дружбан твой, это типа, это не я, вот типа я, это типа я, вот Сиджи мой ник, а я-то не я, вот Дружбан твой мой ник. Ставим лайки, всех жду, друзья, всем спасибо, офигеть, я в шоке, пока всем, пока, все, ну, у меня нет слов, мне не хочется с вами прощаться, потому что мне приятно с вами говорить, Сержу Крафт, все, всем пока, что ли, наверное, IP описание ролика, если что, там, заходите, там, если что.